Обращаю внимание пилотов, что полоса для возврата – это крайне правая полоса. Максимально близко к бетонным блокам. Да, спасибо. Для тех, кто у нас первый раз, рассказывает. Дистанция для соревнования 402 метра. На пути автомобиля находятся 5 линий сенсоров, которые определяют, кто первый начал движение и кто первый преодолел дистанцию. Плюс мы знаем скорость движения. Я уже залег в волну. Значит, сейчас я пока снимаю, пока я буду... Подъезжаем на стартовую линию. Занимаем позицию. Стейдж, пристейдж. Полоса 12-438. Правая полоса 11-436. Левая полоса 184 км в час. Правая 205.